какая пылкая, а? Смотри, какая жаркая. Ух, какая баба-огонь. Оу, да, детка. Малыш, ты вся горишь, я твой нетушитель, пыш-пыш. Resident Evil. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами этот трэш под названием Resident Evil Gun Survivor 2, код Вероника, да, именно так этот трэш и называется. Итак, я, короче, по новой прошел, ну вот, дошел до того же места, где вылазит Немезида, как здесь говорится, да, Немезида вышла на охоту, вот. И, короче, хотел попробовать просто пробежаться по этому уровню, так как нифига не получалось, вот. И немного, короче, увлекся и нажал Save State, именно вот на мосту. Но начало мы в прошлой серии видели, кто не видел, короче, там, переходите по ссылке, плейлист есть в описании, вот. Ну, а мы, короче, продолжим с моста, вот. Я, короче, снизил снизил, получается, еще раз. Так. Вот, приближается Немезида. Снизил, короче, еще раз сложность. Потому что это просто невозможно. Это просто никак. Это... Я не понимаю, как это проходить. Просто. Вот. Так что мы просто добьем. Просто добьем, короче, эту часть. Ай! Именно на этой сложности. Да блин! Именно на этой сложности, короче. Ой, Немезида идет. Окей. Вот. Ну, за Клэр, естественно, потом за Стива, естественно. И посмотрим пещеры. Но на обычной сложности. Не на трудной. Так, замочил, хорошо. Вот. Так что такие пироги. Не обессудьте, но игра очень кривая, и поэтому по-другому здесь, я думаю, никак. Может, заядлые хардкорщики, которые вот именно там пипец хардкор... Да блин, хватит жрать меня! Эти хардкорщики, они и, может, затрачиваются, знаете, по миллион раз проходят, короче, набивают руку. Ну, я, в принципе, этим как бы так этим не занимаюсь, поэтому мы с вами будем... проходить просто для канала проходить, да? Можно сказать, эта часть, она может, ай, можно сказать, эта часть будет для галочки просто. Вот. Просто для галочки. Так, я автомат уберу, чтобы сэкономить его. Блин, конечно, плохо начал. Много жизни потерял. О, критично, хорошо. Много жизни потерял, но как получилось? Я, знаете, изначально думал, что здесь надо пипец бежать напролом, короче, потому что Немезида сзади, вот, и нужно быстро, вот. Но здесь, в принципе. Так. Че, я до босса уже дошел? А ключ? Не понял. Кто здесь? Хи-хи-хи-хи-хи. Ничтожные черви. Чтобы уйти с острова, вам будет нужен ключ. Уверены, что я вам его просто отдам? Да ладно, опять паук. Снова паук. Ну, в принципе, с пауком мы уже справлялись и... Знаем, как это действует. Сейчас я автомат возьму и просто его автоматика сейчас его. Давай. А, все. А, кстати, заметили, да, и шкалы жизни у него не было, у этого паука. Блин, у меня жизни просто на нулечке. Это, короче, типа не босс был, это просто под босс. В аптечка, хорошо. Мычат бомжи.
кричат бомжи, и мы идем вперед. Опа, лизуны. Вот это уже. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой-яй-яй! С двух сторон! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, 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 давай! О, отлично, критично! Отлично! Замочил! Еще цапает! Ой-ой-ой, еще двое! Твою мать! Твою мать! Сколько их? Нафига! Я ж потратил. Нормально, нормально. Я ж потратил. Автомат. Фу. И Стив появился, кстати. Тоже радует. Тоже хорошо. Ключ. Опа, 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 опа. Опа, опа. Вот это подстава. Так, хорошо, ключ взяли. Получается, обратно надо. Судя по карте. Так, лизунов я замочил, они здесь больше мешать не будут. Блин, плохо я потратил. Я начал хреново. Потратил столько жизней. Нормально, я из этой двери вышел, короче. Она была открыта. Сейчас я захожу, опять ключом поворачиваю. Вы! Стой! Человеческое существо! Я в этом не уверен. Да, но я не уверен. Я в этом не уверен, да, я, но в этом не уверен. Собаки, собаки! Ай! Я понял тут одно, то что... Блин! Ай! Да хорош! Какая пылкая, а? Смотри, какая жаркая! Ух, какая! Баба-огонь! Да блин! Беги, беги! А-а-а. Собаки опять тут критичные! Давай, чуть-чуть! Оу, да, детка! Я тебя околпачил! Я твой огнетушитель, пыш-пыш! Малыш, ты вся горишь, я твой огнетушитель, пыш-пыш! Вперед, Клеер! Вперед, Клеер! Окей, четвертый этап пройден. У нас еще остался один этап. Еще один этап. Я так понимаю, там финальный босс будет, да? Фу. Ну, это трэш. Ну, вот сейчас играбельно, да. Вот я снизил сложность, в принципе. Играбельно. Но трудное, очень трудное, короче. Это просто... Они не отличаются вообще ничем. Просто ничем. Система самоуничтожения включена. Всему персоналу приступить к немедленной эвакуации. Но, тиран. Да? Но. Голубчик. Ну, вышел. Прикинь еще. Они хотят взорвать весь остров. Ладно, вперед. А, прикинь, еще этот Немезис выйдет и тиран, короче. Вот это будет жесть. Охренеть. Огонь. Так, у нас остается время, чтобы сбежать, я так полагаю, да? Нифига себе, это что за камень такой? А, блин, туда пошел. Окей. А где Стив? А, Стива замочили. Я надеюсь, он появится дальше. Ну, когда его убьют, наверное, тогда он и появится, да? Так, хорошо. А, ружьишко, автоматишка. И магнум. В магнуме 3 патрона. Фигня. Так, отлично. Аптечка. Ух ты, нифига себе, 100% аптечка.
Шикарно. Оставляем автомат. Двери бы надо смазать. Нужно убить эту тварь и выбраться отсюда. Ясно. Ну погнали. Ой. Стива-то нет. Убить, говорит, эту тварь. Стива-то нет. Заныкался где-нибудь в коробке сидит. Он может. Что происходит? Ой, я запутался в управлении. Хорошо, что он хоть такой косой. Ну, в смысле, тиран. Ай! Два удара и просто. У меня все хп. Ай, я их застрел! Нет! Сладча мне просто. Стив, ты появился, надеюсь, да? Хорошо, молодец. Он, Стив уже покраснел. Давай, чуть-чуть. Этому дядьке осталось чуть-чуть. На, получи, голубчик. Получи и распишись. Это еще за спецэффекты Горца. Нифига себе, он пластом упал просто. Ох, давайте выбираться отсюда. Да, вы правы. А, они теперь на вы, нормально, да? Опа, ну что еще-то? В сторону, сестра. Что, сестра? Какая она нахрен тебе сестра? Ты чё? Сестра. Давайте прорвемся. Поторопитесь, мисс. Давайте прорвемся, сударь. Поторопитесь, мисс. Вот, Заклэр пройдена. Заклэр пройдена, короче, Resident Evil Gun Survivor 2, Код Вероника пройдена. Короче, серия получилась такая небольшая, да? Ну, в принципе, вот это играбельно, да. Следующую серию мы начнем уже за Стива проходить. Я не знаю, то же самое это или не то же самое, но для разнообразия мы все равно пройдем, короче. Хоть и те же самые уровни будут, но пройдем за Стива. Я думаю, там у него крутые люгеры будут. Вот. И потом уже после попробуем пещеры, посмотрим, что это такое. Проходить вот именно вот на этой сложности будем, которую я сейчас, короче, проходил. Вот. Что еще? Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий. Всем пока.